бочку поставим. Ау. Ты взрывную бочку специально поставил, да, чтобы веселее видимо, было как-то... перелезать? А ты что думаешь, электричество взорвет бочку с бензином, что ли? По-моему, не важно. Ну, ее может не взорвет, вот, но она хорошо отлетит. Давай... Ну же электричество проводят, ну ты чё? Бензин не проводит электричество. Так, и надо запускать, да, так. Вау, стоп! Опа! Е олд чопа. The old chopper. Замечательное название. Ой, она возвращается, я забыл совсем. Раз и готово. Заебись. Ты успел быть, Коль, чё ты? Блять, он действительно успел, сука. Ты надеялся обратно. Я поехал, ребят. Ну вас нафиг всех. Ты меня сейчас убьёшь. Как ты это делаешь, ёпты? Блядь! Я извиняюсь. Я залез на пассажирское сиденье и стреляю гравий пушкой просто это всё. Это мне не нравится это, Андрюх. Я его развернул. Подожди, я только его разверну сначала. Так, ты поставил, да? Да, да. Радуйте. Давай. Сейчас, подожди. Лишний груз отсюда только выкинуть, иначе я точно... Это твое укрытие, на самом деле. Ага, я тоже думал укрытие, когда был... Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию за бортом 24 градуса. Полет предстоит, погода безветренная. Чем надеюсь, что вам понравится летать. Плевать не. На нашем кране. Полетели. Пристегните ремни. Нифига себе. Открыли штуки иллюминаторов. Все. Интересно. Сейчас тебя развернешь, будешь по ним стрелять. Мочи, ублюдков. Я их не вижу. Сейчас я тебя пущу чуть ниже. Сейчас, сука. Меня видят. Вау, 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 ты слишком опускаешь. Сука. Блять, там чувак есть за дверью. Вышел. Сейчас будешь тебя стрелять? Ай, блядь! Какая сразу пришла. Ну пришла. Нет. Ну мать. Воу-воу-воу-воу-воу. Он зря там. Блять, анимация персонажа, он так бегает там, сука. Ой, его! Я выродил. Блять, что-то окончательно запутался, он не стреляет, я нервничать начинаю. Блять. Коленька, уходи оттуда, блять. Я быстрее в шконку. Ай-яй-яй. Короче, мне нужен автоэвакуатор. Это не вопрос. Да и грузовик могу. Ты не подошел? Могу попробовать. Если салют, наверное, надо вместо пассажира. Нет, только грузовик. К сожалению. Жук! Так, за самым жук там, да. Второй еще подходит. Жука прихлопнуть. Третий еще подходит. Оружие. Нихера себе, он, блядь, не валяшься. Жук, я жив. Уходи. Уходи. Сейчас, уходи. Сейчас. Убегай. Убегай. Да иди твою мать. Раскачан слишком. Да, вот 3 хп. Сейчас, последняя попытка.
Let's go! Молодец! Саш, тебе только играть в автоматах там, где, знаешь, выигрывают эти как... Жук! Олег! Ох ты, Саша, его перекрыл, его прыжок! Он прыгнул и врезался в этот... в магнит. Давай, Саш, ты сможешь, я в тебя верю. Да! Да! Нихуя себе, ты его примагнитил. Саша, что ты делаешь, ёпты? Ип... Нихуя! Куда вы там его закинули? Ой, да тут Олег катается. Коль, залез, залази, попробуй в этот аттракцион тоже залази. А, наверное, охуение всего сесть в этот задний. Где этот, как открытый. А, да, кстати, можно попробуем. Сядьте назад, давай. Назад, сядьте. Сашка, а ну-ка покатай. Знаешь, самое охуенное получается, если ты с разгона за что-нибудь зацепляешь. Вот там вот с разгона ездим по этим башням. Там охуенно было, если мы сейчас еще вылетим. Да, башня. Вы держитесь покрепче за кресло. Вау. Нихуя, и вот она башенка. Обстреп, стоп. Вон, ау, больно. Это... Корабль? Это опасный аттракцион. Саша, ты сертификацию вообще прошел как? Я летчик первого класса. Я не галактик. Саша сейчас откинется нахрен. Щупальца опустилась и... Мост поднял! Ау, больно! Блять, ну что такое, Саша? Фактически я могу подцепить ее и контейнер. Воу, 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 я уже достал отъезжать. Так. Нормально? Это что-то новенько. По-моему, нормально. Что, вы готовы, дети? Готовы, капитан, давай. Shouldn't we be doing something? А если что, я буду видеть. Ебать, колотить. Интересно, что вообще с той машиной, которая самая первая? А, мне дамажит. Не могу. Нет, я нет. От того потеряю. Так, ты можешь выехать? Попробуйте. Это уже с распоряжения Андрюхи, ты знаешь. Да ни хер вы там выйдете, ёпта. Саша все четенько там забаррикадировал. Ему была поставлена установка в двухместный этот Кек 4. 4 машины. О, хорошо, назад. Пару раз. Жип, но. Давай. А что будет, если нас раскрутить и бросить? Вот я это собственно и сделал. Ну, не в воду, если то. Смотри на это. Не вижу. На боге. Прям. Не, лев застрял в ней. Пытаться вернуться не может. А, да. Мне кажется, он учинит. Двигатель сейчас работает, так что, наверное, слышно. На нем что ли прыгаешь? Ой! Нормально. Как же это забавно выглядит. Слишком близко, да, тоже не надо. Пробуй. Давай, пробуй. О, вроде всех. Шикарно. Сделай скрин. О, вот это карусель, ёпты. Ну что, покатать вас? Карусель, карусель, кто успел, тот и сель. На наш веселый карусель. Мне кажется, в шлеме виртуальной реальности эта игра заиграет новыми красками. Ну-ка, если F3 нажать. Да, неплохо. F3. А прикольно было бы, если скорость вращения была больше, можно было бы вас в море туда захерачить. Отпускаешь?
Так, ну чё, давай. Не, это больше эпично из глаз смотрится, когда тебя кружит во все так. Ну да. Опа! Отлично, я знал, что хоть кто-то должен заскочить. Так, а Скай помер? Нет, Скай жив. Прекрасно. Сейчас я подниму Скай, стой там. Скай. Я же сказал, там одного стекла мало было. Как-то, ну, не экстремально. Коля там забаррикадировал, пока мы тут развлекались, что ли? Мало сказать забаррикадировал. Ты просто пиздец, по-моему, все бочки на уровне собрал. Справлял. Блять, я это сделал практически, сука. Ой, давай. Я в него. Да ладно, прям в эту херню врезался. Да. Эй, сори. Блять! Да как это так? Я же вообще не туда выстрелил. А во что ты сейчас стрелял? В стену тупо вот так вот. Ты не пробил, меня убил, правильно. Смотри, а ты был в дверях. А ты был нет, в дверях. Я был с другой стороны, нет? Ну да, но ты же вот смотри, где ты умер и куда я стрелял. Я вижу другую, вот, с той стороны, с этой. Вот, видишь, где вот вышло вот так вот. А ты умер вот, магический вот как, свет, как это могло быть? Неведомые красные точки на всех домах. Да, ты человек отвлекался. Иллюминати. Ну я тут убил кабана кучу, между прочим, помимо Сава. О! Спасибо. Извини, видимо ударил по тормозам и вышел из машины, и она продолжила тыкаться дальше по прямой. Кстати, а вот такие случаи юридически как квалифицируются? У меня два КП только сняло. Они в мусор, короче, попадали и... А нас... чё он сидит? Подожди, она же не успокоила. Скай, убей меня, Скай, блядь. Скай, подожди, поживи, просто поживи, дай респаун. Скай уцелел единственный. Блядь, Скай единственный уцелел. О, погоди. Эй, стой! Ты как, Олег? Держи зубами. Ай-ай-ай. Так. Я тебе могу послать жуков на спасение. Спасибо. Жучки, давайте, спасайте Олега. Нет. Это, конечно, печально было. Нет, они отказываются туда идти. Дураки, что ли? Ебать! Такой камикадзе был, блядь! О, бля. Семенар почти по запчастям уже разобрался. Мина! Ну, откуда зашло, мне кажется, извини. Пал, снизу произошел почему-то, блядь. Мина! Отлично, Олег! Тоже мина. Олег, красавчик, просто сначала меня там подорвал, а потом ровно через секунду Сашу там же, на том же месте! Тоже, сука, той же миной, блядь! Это просто... Это скилл, ребят. Это просто скилл. О. Сейчас мы посмотрим, если они будут... Классный ход, я это видел. Это же та жидкость, из которой делают наш российский сыр. Ой, бля. Бля. Так. Ну, а, о, Саш. О, спасибо. Это у меня мало хпшек. Ну и зачем мы все это делали, как вы думаете? Где тут выход? Тут тупик. Блять. А может по этой трубе наверх? А, вот туда, да, что ли? Определенно. Блять! Клумба идет первым. Суперприз. Автомобиль. Все, я понял. Что тут такое? Полетела грусть. Мой брат-близнец. Пойду пройдусь. А, твой брат-близнец и арбуз. А
смотри, Андрей арбуз принес. Мне с ним уже стукнул по голове. Тимур, не знаю. Там стреляют какие-то. Снял уже. Бомжи с улицы. Да! Что запустили? Ой! Минус арбуз. И минус арбуз. Ой, сой, я хотел. Ну, а слушай, пролетай. И куда ты за текстуру улетела? Ничего себе. Там что-то Трюх. Ничего нет, ладно. Там нужно ТП помнить срочно. Что такое? Миссия выполнима. А теперь в качестве приза мы взорвем буржуй. А вот это что такое? А, блядь, это мина, нахуй, блядь! Это буржуй. Вот мы ее взорвем. Бля. Охуенно поставил. Охуенно просто. Возаминировать, походу, эти дела. Вот, по-моему, здесь вот надо поставить. Смотрите, я хожу. А как вот, если просто поставить мину, да, она будет нормально? Посмотрите. Да, прикольно. Ты ходишь, как будто бы... Возможно, ты король этой вечеринки. Да, блин. Андрей, не делай глупости. О, попал. Андрей, делай глупости. Тут аптечек 3 штуки. Две. Можете подойти, подобрать. Коля, иди сюда обратно, Коля. Погоди. Кстати, начнут вас всех. Ой, Коля, блядь, вернись. Блядь, Андрюха. Там снайпер, снайпер, я аккуратно. Вернись. Лол. Спасибо. Там снайпер. Я тебя укрытие, а ты... План провалился, на этапе у меня 9 блядь. Аптечек, насколько я понимаю. Нет, нет, план блин, хороший. Дай. Это как с коммунизмом, план хороший, но, блядь, что блядь! Делать так? Да Дима вперед меня бежал, и я, блядь, прям... Проклятый, раскис. Спину, блядь. Умри. Раскинул мозгами, да. Кого из вас пристрелить? В этой хуйне там живой компонент есть. Давай, Саша, сколько я помню. Да мы уже видели его. Не надо меня. 22 у тебя и 18 у тебя. Вы оба сдохнете. Давай скоро. Русскую рулетку. Сначала стреляю я, потом стреляешь ты. Давай. Я же говорю, сначала я, а потом ты, Саша. А, блядь, наоборот, сори, я... Ты нарушаешь правила, понимаешь? Я понимаю, да, извините. Андрюх, давай в рулетку сыграем, ебать. Где ты там? А ты мёртв? А ты... Ну, конечно, наш, прикольно. Оп, ой, блин, сори, это Саша, ты опять нарушаешь правила, но ты не по правилам играешь. А, вот она хитрожопа с чем. Все понял. Ой, Коля жирный, Коля. Кто вы говорил, у тебя... Вы что там делаете, ребятки? Мы идем. О, блядь, хорошо, мне пизданули. Что случилось-то? Бля! Да, вот именно это. Бля, само каждый. Я само сначала убил с арбалета, потом Саша теперь. Бля, просто проходит сквозь текстуры, и я шел назад и стрелял по этим уебанам, и неожиданно Олег появился у меня прямо перед этим. А, значит, надо вот эту штучку, видимо, открыть с этой стороны. Она просто заклинена, по-моему. Какая? Вот это. Яйцами у нее, яйцами. Бля, я бы никогда в жизни не допер до этой хуйни, ёбаный рот. Сейчас, может быть, миной вот так вот я... Бля, это пиздец, ова. Я бы до этой хуйни не допер бы, реально. Да? Я уже пошел наверх. Блядь! Как вы её открыли? Вы чё, ребят? Просто грабли ганом. Да, там с другой стороны сеточка, я через сеточку с ганом её открыл. Ты же сам сказал, что она заперта, и я подошёл. Я не думал, что она прозрачна для гравити гана, ребят. Я просто кинул на мину и решил сейчас миной выбить её. А там ты, и только я нажал на ПКМ, ты открыл эту дверь и побежал. Бля, что это? Я не понимаю, как это работает. А толком будем опираться в эту, там же нет. Ну да, там же эта хрень. Ой. Дебиз Андрея. Кстати, а как вариант? Ее можно как-то поставить? А, она не берется, да? Полностью. Ее только можно пшикать. Перелом можно снять. О, слушай, так это уже тоже полдела. Давай открыть. Нихера себе.
блин. Я это. Спасибо за время. Укрывайся где-нибудь, Андрей. Что за блюдо? Ты видел, как Олег улетел наверех, нет? Я видел, как Сашу расплющил.